В Атырау открывается центр по профилактике аутоагрессивного поведения среди школьников. Специалисты будут работать с детьми с психическими расстройствами. Об этом рассказали на республиканском августовском совещании. В целом по стране аутоагрессивное поведение среди подростков увеличилось на 12,7%. Это тревожная ситуация, поэтому для регулирования поведения детей будет внедрен специальный пилотный проект. Откроется центр для детей с девиантным поведением и психическими отклонениями. Для создания безопасной среды для детей сегодня разрабатывается несколько программ. Так, в 7 регионах республики работают специальные центры по профилактике агрессивного поведения среди подростков. Это выгодный проект, в том числе и для Атырауского региона. На совещании также подробно были обсуждены вопросы обеспечения безопасности детей. Например, в ближайшие 2 года будет разработана специальная карта. То есть на интерактивной карте будет введена общая статистика всех ведомств по защите прав детей. Кроме того, в каждом школьном кабинете планируется установить камеры видеонаблюдения. Что касается обеспечения безопасности детей в 2023 году, то камеры видеонаблюдения выходят на центры оперативного управления. При входе в школу установлены турникеты. Это говорит о том, что у нас высокий уровень безопасности. Для нас важна обстановка внутри школы. Также на встрече поднимали вопросы аттестации учителей, дефицита мест в школах и профессиональной подготовки педагогов. Валентина Леонова, Жулдуз Леухан, Фархат Ажибаев, Информбюро, Атырауская область.